Вообще идея отказаться от показа художественного кино пришла мне года 2 назад, но она очень банальна и прозаична. Знаете, на хорошее художественное кино просто нет денег, оно стоит дорого, показывать какую-то фигню не хочется, поэтому просто себе не можем позволить показывать хороший художественный фильм. Когда-нибудь, я надеюсь, мы разбогатеем, и у нас такая возможность появится. Тогда мы точно будем выбирать какие-то интересные для нас шедевры. За 2009 год мы отсмотрели почти 800 документальных фильмов. Из них для «Дождя» мы выбрали 100 наименований. Это и отдельные фильмы, и сериалы. Всего получилось 280 часов контента. Для справки. Права на показ и адаптация фильма к эфиру, это перевод и дубляж, обходится телеканалу в среднем $950 за 52 минуты. Есть фильмы и дороже. Мы покупаем документальное кино, и желание покупать документальное кино, оно определяется не только, в общем-то, финансовой такой невозможностью покупать художественные фильмы, а еще и, в общем-то, концептуальным нашим подходом. В документальном кино есть жизнь современная, сегодняшняя, что для нас важно, и для нашего канала это действительно очень важно. Чуть-чуть двигающаяся камера, чуть-чуть живая. Чуть-чуть. Давай, снимайте. Не раздержалась? Не надо вообще ни о чем думать. Вообще не думаю. Мы с тобой сидим и просто разговариваем. Наталья, подожди, еще 3 секунды. Можно попробовать? Хорошо. Маша, Наташа, можно что-то делать? Не смотри, я читаю. Ты что делаешь? Я сейчас изучаю договор по адаптации. Адаптация – это что? Адаптация – киношка. Ваше новое слово? Новое. Да, совершенно новое в моем лексиконе и в моей жизни. Маша Хейворд, руководитель группы документального кино. На «Дожде» совместила работу и хобби. Раньше смотрела документальное кино, потому что просто нравилось. Сейчас, потому что и нравится, и работа обязывает. Каждый год ездит на телевизионную выставку в Канны, где и пополняет запасы контента для телеканала. А вообще, что нового, Маша, появилось? Ты раньше как кино смотрела? Документальное кино. Ты говорила, что ты так любишь кино документальное, прям ты им живешь, и такое удовольствие. Первые диски, помнишь, с какой радостью ты с ними убежала смотреть домой? Да, первые диски это я помню. Это я помню огромные коробки, которые мне выдали, сказали, Маш, на, иди смотри. И я приду, и я придя домой, принеся, ну, Господи, а с чего начинать? Вот, а документальное кино на самом деле я давно люблю. И люблю смотреть, потому что одно время я жила в Лондоне. И там безумно интересные программы, и я смотрела их просто с утра до вечера. Но из-за того, что я еще не работала, и целыми днями сидела дома, поэтому я так давно уже этим, то есть, увлекалась в таком тайминге. Но не по воле, а не по работе, а из-за того, что мне это нравилось. Наверное, стала еще любить больше, потому что больше стала понимать, разбираться, изучать. Вообще-то я давно еще занималась фотографией. Где-то я провожу параллель между фотографией и документальным кино. Мне кажется, это какая-то одна стихия. Сейчас мы отобрали 200 часов готового документального кино. Очень хорошего, очень честного, очень искреннего. И нам оно очень нравится. В принципе, смотрят все, не только я смотрю. Это правильно, чтобы было много разных мнений, потому что все участвуют в выборе документального кино. Это очень правильно сделано. Регулярно обсуждение документальных фильмов мы стали проводить в сентябре 2009-го. Участвовать в них могли все желающие. Таковых набралось около 10 человек. Каждому выдавалась работа на дом, 4-5 дисков с документальными фильмами. А затем раз в неделю мы собирались вместе, чтобы обсудить увиденное. Две серии у меня было «Реинвент». Реинвентор. Просто такие знойные. Кто знойный? Два ведущих, они такие безруковатые. Так, секундочку, Петя, ты не репрезентативный. Ну давайте по знакам вопроса Синдеева. Слушай, ну они прям гомосексуалисты, или же они просто так выглядят? Они не выглядят даже, я не знаю. А, они даже не выглядят. Они может быть, тебе показалось, Петр? Они там не целуются? И... Нет, ну... Ура, мы спустили таран средневековый, да. Ну, ребят, они не целуются, что? Дождь.
Optimistic Channel. Смотрите в базовом пакете НТВ+.